Всем хей, с вами Дим Вин. Сегодня мы будем добывать алмазы. Это добыча алмазов, вторая часть. И как вы можете видеть, я установил новый текстурпак. Ну, то есть установил текстурпак, называется Резупак. Называется. Если кто смотрел вообще супер турбоёжика, кто смотрел, то там он использовал этот текстурпак и... Вам, наверное, что-то интересно. А как он называется, этот текстурпак, то вот он. Резупак. Так вот. Эти помпы работают. Эти помпы... Ну, эти термины работают. Извините, вот это. Видите? Спасибо, дочь, конечно. Вовремя, конечно, пошел. Ну, короче, дай мне это сюда. Видите? Вы там красивый, да? Классный. Красивый. Ну, что ты? Ну, что ты, да? Так. И что я здесь все в доме делаю? Я, короче, поставил сюда высоковольтные провода, потому что обычно не будут как бы. Говняные точно они. Поставил вот этот. Сначала вот эти изолированный высоковольтный провод и стекловолоконный провод. Видите? Вы видите, что скорость вообще делаете. Так, конечно, все равно медленно, но ничего вообще хотели. Ну ладно. Надо пусть дети, значит, перегреются. Значит, перегреются. Пить полного лепится. Яблоко и это не я его положил. Короче, ладно. Включаем двигатели. Моторы. А вот здесь вот. Бензина хватает. Нормально. Идет по фэншую. Зацените этот уголь, ну на там резупак, текстурпак, ёлок. Это по железу, видите, так. Красиво. Красиво. Ну тут всякая метая руда всякая. И кстати, я еще забыл сказать, что я поставил сюда индукционную печь, потому что она так быстро холоды нагрев набирается. То есть, естественно, зачем мне все туда, ну, обычную печку. Я уже приведел, короче, ну ладно. Итак, так, чем будем заниматься? Теперь плавим, попробуем. Сейчас, наверное, убавлю звук, потому что было громко будет. Я вижу, конечно, не особо здесь. Так, давайте на этой печке добавлять. Заряжается, которая я попал в мою посаду. Пустую, естественно, вижу. Вот нам нужен уголь. Я вас так возьму, да? Цистерна, чтобы так брать эти капсулы. Удобно. Наверное, теперь перебатывающий цинок и сделаю. Ну, это же, наверное... Видео, наверное, не буду про это снимать, наверное. Думаю. Кстати... Я здесь, кстати, моды использую, ну, чтобы вот это все, да вот это все, короче. Ну, короче, надо всю установку, какие вообще моды я использую. Здесь используются моды
Industrial Craft 2 и Build Craft. То есть вот это, вот эти две, это или всякое такое, это Build Craft. Ну, типа вот это будет. Ну, то, что сверху, это там написано, Build Craft, что я на раме. Что-то Build Craft. Ну и Industrial Craft на руды. Эти руды. Смотрите, урановая вода, Industrial Craft 2. Какой же он спонсор, как бы заплатил, да? Сила. Так. Ну, здесь полно воды. В принципе. Вот это у меня селекционные петли, что... Так, ничего, это очень просто. Будем ее мешать и... петлички переплавлять руды. Кстати, очень хочу отметить, что там есть деревня вот там, видите, по карте видно, там что там деревня и тоже там, а там три монстры, монстры там еще. А вот мой дом прозрачный. Я думаю, что все теперь, наверное, убрать. Не буду. Так, ложимся спать. Так. Сегуционный. У нас совсем круто. Что у нас тут? Петличку и все нормально. Переплавляется все. Так, воды в системе нету. Это плохо. Я планирую писать дверь сюда. А, нет. Нету вот этого угля. Нету этого угля, блядь. Ели, конечно. А кто все выключит? Ну все, пока что все нормально, что на крайнем деле, нормально все происходит. Да, в принципе, все. Как бы... Нормально, что у нас тут он добыл. Свинья с ним добыл, олово он добыл, кремень, уголь. Так, застрелится тут, текстуры. Окей, все красиво. Отправляем все на переплавку. Сами что делаем? Опустошаем огороды. Смотрите, нет. Это не деньги, блин, вот. Карта же есть, блин. А сам говорил, что... А, блин, а где? Убедился. Он такой сломал. А, ну, всегда удобно вот это. 30%. Более чудес. Дело я слышу. Это поле чудес.
Ворот опустошен. Картошка, пойдем копать картошку. Что по фейшую? Что по фейшую? Так, тут уйма всякой пшеницы. То есть присадка в целом доме. Ворота тут всякие, ну. Хотя, он вот эти что смотрит, установлен, смотрит за что. Вот, например, пшеница рост 0%, ну, например, там, купить. Например, дубовые листья может добыть, там, например, на ключевой поле, там, в верхнем углу. Ну, то есть, не в верхнем углу, а в верхнем. Это называется, ну, там называется вроде хвила, ну, ваила. Ваила. Для 1.92 Minecraft, ну, там еще надо хвила, ну, установить. Ну не еще, а надо хвила. Ну, для 1.22 здесь хвила используется. Ну и если у меня установлены моды, естественно, на хвил, ну, это хвила, установлены моды, на хвила, и ваила, и все. Ну, то есть, так, где мой карьер? Потерялся, что ли? No. Это не, я тебя знаю, где они. Да, вот. Прямо вообще так недалеко, прямо как за деревьями вообще не видно ничего. Спасибо, да. Вертится все. Вертится, ну, а вроде почему-то. Сколько энергии, видите, капливается. Так, это мне просто интересно, почему до сих пор эти две тебе не пере... А, блин, видишь? Ну, почему... У меня вопрос, почему эти два две тебе они не перегорелись? Ну, то есть... А, у меня вопрос. А почему этот мотор... Вот этот мотор, то есть двигатель работает... Когда у него нету угля, у меня вопрос. Как он вообще работает? Я не знаю, что. Эти две тысячи сильные, конечно. В Майнкрафте я не перешел удивляют. Ну, это ну, он собрал. То, что я выкинул. Вот эти семена. Здесь он собрал то, что я выкинул. Это самое что. Кто не может поделить. Ну что у нас тут с этой печкой? Да что-то помедленно ничего. Так. А еще надо еще спавн коин поставить. В прошлой серии я еще его забыл поставить. Ну а что не будет только просто. Вот это есть. Идет током. Это просто так, что-то серьезно, что?
А что-то не видно, кстати, что-нибудь быстрее работает. Не видно. А надо пожрать. Да, надо пожрать. Естественно. Круто. Весело и круто. Вот это хрена, что еще не набрал, естественно. Так, надо включать двигатель, потому что перегреваюсь. Нахуй все. Потом я посмотрю. Дай. А, уже он набрал. Вау. Это хорошо. Это хорошо. Так. Ну, да, 100% тире 99% и все. Так, что он там добыл? Вау, зор. А, смотри, а что он там? А. Ну, ясно. Ясно, ясно, ясно. Мы, наверное, скорее всего, лазурит не увидим. А почему? Потому что по лазурит он так прям красиво выглядит. Вот я сейчас вам покажу и возьму из креатива, конечно, естественно. Вам покажу. Это самое вообще красивое, что может быть. Вот, видите? Вот он. Красивый, да? Прям вообще прям облизать хочется. А, кстати, я все забыл, блин, я ж позабывал. Блин. Так, надо еще хлеб сделать. Всем забыл. Распределить так нормально. Всем хлеба, естественно. Все переплавил, все по красоте. И сразу все влупило. Вечер. Все нормально. Какого-то эфира нету воды. А, блин. Какого-то эфира нету воды, естественно. Включаем. Нормально. Нормально. Какого-то фига нету воды, естественно. Хочу делать сюда. Хочу все делать. Это круто. Это круто. Так. Решаем тут. Печку. Красиво, красиво это все прям сделать, этот дом. Это вообще... Прям... Надо еще сторону. Вот еще надо писать. Надо здесь писать. Ну, короче, уйма всяких сундуков. Так. Но опять же, тут все как всегда. Была вода, нету воды. Просрали. Сейчас эту воду. Тогда включу только один мотор. А карьера копает, копает, копает. Это золотая рука. Вот она. То, что она, кстати, красиво выглядит. Вы только полюбуйтесь. Видите? Вот он. Вот он. Вот. Какой будет здесь плотный. Вы только полюбуйтесь на это. Некрасиво жали это. Ты что, пап, некрасив жали, да? Или красив? Некрасиво или красив? Что думаете? Потом, ну, я по лукам скину. Ресурсы, такой был у меня, я, конечно, не знаю, вроде. Но 18, по идее, наверное.
Давайте этот хрень. Так, оп. А, 30-я зелена, я понял. Давайте так кое-как вообще. Выбираться. Типа. Все. Видишь, что так красиво все. Ну я уже не просто говорю. Видите уже, что. Вот эта фигня вертится. Это генератор, это генератор. То есть, все посмотрите, все прям замечательно, прям вот это система. Все, у нас такая большая писание курса. И все. Ну и все как бы ничего. Креатива. Вот тут я еще добыл. Естественно, ничего не добыл. Уран зато добыл. Мне не на этом спасибо. Так, кстати, еще надо. Так, так, воды нету. Это плохо. Что это за ветер, чтобы все. Все было как дешево. Кстати, я придумал вообще все, что как и здесь что-то будет, короче, все будут тут ресурсы будут. А тут будут ресурсы. Тут будут ресурсы. Я думал, что все-таки будут вещи. Хотя, не, я передумал. Если не будут, тут не будут ресурсы, тут всякие вещи будут. Техника нет, техника. Тут все хорошо. Порядочек. Так, красиво так, когда все просвечивается. Да. Тоже уже выглядит красиво. Так, уже пора, наверное, отключать ту... вот эту тарандайку, вот эту. Я думаю, что надо включать. Но все самое из-за железа мы не будем здесь. Чего здесь залобаться так? Короче, пора... Блин. Короче, пора включить ту тарандайку. Ну что здесь, ты здесь не здесь, ну тут ничего не делает. Не знаю, сейчас, допустим, работает, естественно. Будем писать этой печки. Вообще, что-то я это посмотрел такое. Вообще, если что, сейчас упасть звук, будет громче. Да, что-то слишком быстро оно просирается все. Вот здесь слишком быстро оно пополняется, но правда. Кажется, до 10, наверное, тысяч надо что-то там. Да, вести. Ну ладно, пока что мы здесь будем все это делать. Это так. Чисто прокатный вариант. Так. Давайте посмотрим на это. Видите? Я буду, кстати, о чем-то быстро. Ну давай подошел где-то 20-я чем-то глубина. Из-за 9-я, мне как бы, даст максимально. Ну, кстати, я не знаю, как, кстати, урон переплавить, можно переплавить, тут можно. О, вот это красное. Оно уже перегревается. Очень сильно. Ну, прям не очень сильно. О. Ну, что такое вертится в красное? Не, оно не вертится в красное. Нет. Я ж туда, я ж пошутил. Хочу сказать, охлаждение, конечно, фиговое.
Не фиговая, не сказал, что она фиговая, но блин. Ну не совсем эффективно так. Что это делает? Он не чтобы так зря там что-то копал. Или до лавы. Он что-то копал, что ли? Интересный вопрос, конечно. Пиши вопрос, если интересно. Странно. Я же говорю, поначалу вроде быстро, а на самом деле, когда уже до 1000 почти доходит уже, ну, говно. Это полное. Так, ну ладно. Всякие здесь лес. Всякие здесь будут тут лес. Мне кажется, в этой серии ничего такого особенного там нет. Не будет. То есть. Он, видите, я живу быстро, но... Видимо, это, скорее всего, нужен какой-то ветробег. Возможно, нужен. Да, да. Короче, я давайте включаю эти двигатели, потому что... Что-то я вижу еще долго тут будет, когда... Вот это бороться с этими... С вот этим... Ну, вы поняли, короче, перед водой, видите, ну, вообще уже опустошать просто. Они упали. Ну ладно, ладно, ладно. Все, здесь спасал, ну ладно, короче. Короче, я думаю, что... Это, наверное, завершать это видео. Не знаю, сколько минут сейчас снимаю, но вот здесь 30 точно. Нормально. Точно ясно, все. Короче. Вот такое было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.